Yes, I'm speak English, but not good. You can to write me if I don't understand, I translate in my phone or my phone. Ты прикинь, вчера, короче, кушаем печенье, и какая-то мошка. Я хотела ее хлопнуть, думаю, нет, живи, дорогая. Я ее просто сдула. Не знаю, куда она улетела, но она осталась живой. Мама никого не убивает. Что надо? Bonjour, je m'appelle Julie et j'ai 20 ans. J'habite à Odessa. But now, now, I didn't know French. Now, sorry, baby, lovely, bye bye. You have to speak in English. Yes, I speak English. Speak English, yes, of course, and a little bit French. But I'm waiting for my course soon. Yes, and I'm starting to learn French, but I don't want it. I don't want to do it because I hate French. In French to improve my language, really. I understand you, okay. But really, I need to practice and. Ну-ка. Мои хорошие, кто тут говорит на русском? А ну-ка, скажите мне, как будет желание? Что-то я забыла. Слушайте, реально забыла. Молодец. Молодец, мой хороший. Открываются нормально окна, все мы знаем, как в Европе, в Украине. Oh my guys. Ну-ка, подожди. Не знаю, где она. Окей. It is good idea. Where are you from? I'm from Ukraine. But now I'm living in Ukraine. Надоело мне. Максим, как у тебя дела? Расскажи мне что-нибудь интересненькое. Я вообще в шоке, что ты ко мне зашел. А я думала тебе написать, но такая, блин, ну может он реально занят. Я добавила себе еще одного модера, но он именно вечером со мной заходит. No, 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 no. I want to Valencia. I love Spanish, I love Turkish. Where are you from? Блин, 100% нельзя такое. Интересно, когда уже наши люди проснутся. Это free country, хуй, блядь. Maybe. Привет, как дела? Привет, как у тебя дела? Откуда ты? А ну, ребятки, я сейчас... деле, мне кажется, что это мое особое мнение, как бы это норма. У каждого человека есть свое мнение. Знаешь, вот как говорят, если ты не справляешься, нахрена ты туда лезешь? Вот я просто не понимаю, зачем он туда лезет, если все хуже, хуже и ничего лучше не происходит. Типа, зачем, ну, сидеть, вот это вот что-то там решать, что-то там. Ну, короче, для меня это очень странно. Надо как минимум двигаться дальше, что-то улучшать. Господи, с этим английским, французским, русским, у меня уже в голове каша. Ну, типа, я ничего против него не имею, но моя позиция какая? Вот если у тебя не получается, зачем ты разрушаешь и делаешь тупые законы для своих же граждан? Ну какая тебе разница? Но если человек уехал за границу, ну типа, что в этом такого? Он же не родился тебе, чтобы, не знаю, воевать и умирать. Ну это вообще пиздец, я считаю. Ну какого хуя мы должны умирать, непонятно за что? Ну это ваши проблемы. Пожалуйста, вдвоем встали на ринг, пиздитесь, письками меритесь, делайте, что хотите. Причем здесь наши... Ну, типа, я считаю, что это ненормально. Окей, пускай наши парни, типа, пройдут там армию, как положено, в любой стране, но вот такой хуйней заниматься, я считаю, что это полный бред. Типа, родился, чтобы умереть непонятно за что, в 20 с чем-то лет. Он жизнь только... Извините, он только, считайте, родился, садик, школа, университет, армия, и у него только-только начинается его жизнь. Он только начинает, я не знаю, строить там свою, допустим, семью. Ну, типа, это пиздец. Я не понимаю этого. Ну, какого хуя наши ребята реально должны умирать, непонятно за что. Вот вдвоем встали со своей командой, там разобрались, решили проблемы. Нет там
берите там пистолеты и воюйте между собой. Какого хуя должны наши ребята умирать? Я не понимаю это. Какого хуя должны страдать дома? Ну, типа, вы что, нам дадите деньги восстановить наши дома или что? Ну, типа, вот в мой дом попали, и что? Был красивый, прекрасный дом, и теперь там дырка черная. Ну, какого хуя? Короче, ребята, я завелась, я уже разозлилась, меня это все бесит. Привет, Симба, как дела? Вин любив голым танцевать. Ну, типа, знаешь, я тут с тобой, наверное, согласна в том плане, что он, знаете, он как человек хороший, он юморной. Но мне кажется, что вот политика, это, наверное, не его. Это не его вообще. Да я без агрессии, просто я высказываю свое мнение. Я просто считаю, что как минимум есть достойный другой человек, только его как минимум надо еще найти, чтобы решил нашу проблему. Потому что, ну, я извиняюсь, какого хуя я должна здесь сидеть, тратить свои бабки, свои нервы? Ладно, как турист, но какого хуя я должна здесь ебаться с этой ебатнёй? Извините, у меня уже горит жопа. Ну, меня это раздражает. Почему я должна убегать из своего дома? Почему я не могу дома спокойно, извините меня, развиваться, обустраивать свою комнату? Ну, просто так, это примерно, да? Нет, дорогой мой, без эфира этих вот. Я завелась. Дорогая, у нас не 101. Я не знаю, какой у нас номер здесь. Блин, ребятки. Что? Чё? Тапаем, ребятки, тапаем, тапаем. Конечно, давайте поднимаем мой эфирчик, как говорится, наверх. Вот. И собираем мою прекрасную, замечательную команду. Ребята, кто будет активным, в дальнейшем я придумаю какие-то подарочки. Короче, буду вам «Tu parles français?» Мой любимый вопрос. «Oui, bien sûr, je parle français, mais je... I need to go to course». Я очень мало разговариваю. Я на самом деле учила 11 лет, но я уже как 6 лет не практикую его, тупо на него забила. Офигеешь, проехаешь. Мне надо его импрувнуть. Я вот реально жду курсы, и типа, понимаете, я их понимаю, что они мне говорят. Я спокойно их понимаю, но я не могу им ответить. У меня сразу автоматом переключаются на английский. И то я не говорю хорошо на английском, я вижу свои ошибки, но я потом, знаете, типа их как-то анализирую в своей башке, и потом как-то выстраиваю лучше это предложение. То есть... как бы я сюда, наверное, больше приехала, чтобы импрувнуть английский. Но они к английскому нормально относятся, спокойно. Но из-за того, что не могу сказать, поймете, они типа «Can you French?» Хуй, блядь, вам, а не French. Пошли в жопу. «Je compris». А ты откуда ты знаешь французский? «Hello, sweet». «Hello, how are you?» Ну, типа, не знаю, как бы, я, конечно, понимаю.